3 года назад я сказал, что никогда в жизни не поеду в Мексику. В принципе, никогда не собирался. Ну вот, угадайте, где я? Правильно, международный аэропорт города Мексико. Нашел Starbucks. Кусочек новой родины. Но это еще не конечная точка. Счастье продолжается. Это 5 утра и спать хочется. Ну что, наконец-то мои полеты закончились. Я пролетел в точку, куда я хотел долететь уже. По-русски-то говорить не могу. Охреневаю, да. Вокруг себя это. Даже не то, что русскоговорящий. Английского говорящий, как не особо народ. Хотя там можно и попался бы. Как увидел мой красный паспорт, сразу начал по-русски выдавать все, что он знает. Ну ладно, не буду больше интригу. Я в Лиме. Если кто знает, Лима — это столица Перу. Если кто знает, Перу — это Латинская Америка, с другой стороны шарика. То есть кардинально противоположно от Москвы. Это практически кардинально противоположно от Сиэтла. Ну, у нас праздники, день благодарения. Решил себе сделать, отблагодарить себя за все, что я сделал в этом году. И посетить данную страну, потому что много слышал, много читал, да и поводы есть. Жарко. Жарко. Ya pegué un año. Lunes, martes, miércoles. No, miércoles. Miércoles. Día, tarde, noche. Día. ¿Qué conocieron? ¿Qué ropa vestían? Uniforme. Esto, guerrero, mochila de acá. ¿Qué hora es? Por si acaso, dama, caballero, ninguna va a creer. Cultura, okay, cultura. Ну вот и прошли мои выходные в Перу. 3 дня пролетело буквально как один. Конечно, впечатлений немного. Перу — страна контрастов. На фоне глобальной нищеты все население пытается шикарные рестораны. Что я могу прибивать? Да, сюда стоит съездить, посмотреть все эти достопримечательности развалины. Я там могу еще не доехал. Был в самом Лиме, Ика, там несколько мест. Колумбиальное наследие испанское, конечно, шикарно. Архитектура прям.
не знаю, в Испании не был, но здесь прям отлично. И, конечно, писка – это местный алкогольный напиток, и типа водки, скорее даже типа граф, который пьют в основном в коктейлях. Писка сор – самый известный перуанский коктейль. Отличная вещь. Ну и, конечно, местный кухня. Адский микс местной кухни и испанской, скорее всего, европейской, и китайской, и японской. И все это реально вкусно. Но при этом не могу сказать, что прям все очень дешево. Цены средние. Ну и в зависимости от места, да, если это бедный район, то, конечно, дешево, копейки прям. Если это туристическое место, то будет все шикарно, но просто. Тем не менее, так что я весь в позитиве. Единственное, что если поедете, да, будете иметь в виду, что у вас не будет много времени, чтобы поспать, потому что Лима с утра и до 5 утра, наверное. То есть ты можешь найти куда пойти, в бар или там, в ресторан, где можно поесть и так далее, в любой туристический ритм. Конечно, для туристов. Отлично.